Тимощук отправляет мяч на левый фланг. Брандау. Ну что, не удалось бразильцу сегодня забить. Или удастся? Есть еще немножко времени. Передача направо. Жатсон бьет. Удар. Гол. Великолепный гол. Великолепный удар Жатсона. Смотрите, радость. Вот там Игорь Крутой рядом с президентом футбольного клуба «Шахтер». Ну что, Брандау не забил, но сделал великолепный пас. И в этом забитом мяче есть, безусловно, заслуга 25-го номера «Шахтера». А Жатсон, который раз продемонстрировал свое высокое мастерство. Смотрим еще раз концовку этой атаки. И сильный, мощный удар с правой ноги. И бессилен Александр Шавковский спасти свою команду.